Привет, хиканы. Никаких сегодня залихватских веселых комментариев не будет. Вы сами все видите. Нас долбят каждый день. Час от часу жить все лучше стало, веселее. Шурик, ты можешь что-нибудь сказать хиканам? Ничего не могу сказать. Комментарии. Да хотя да, какие тут комментарии? Так а кто там внутри был? Да я не знаю, я так знаю. Мне не то вчера шмель позвонил среди ночи, он говорит, типа попали. Наверное, надо скоро сваливать, скоренько, потому что он слышишь сзади там. Так, Шурик, твои предположения, что это такое? Лянь, прям вот посмотри, хиханы, заметьте, прямо вот в середину, вот прямое попадание, прямее просто не бывает. Так из чего? Куда? Зачем? Мимометы, вот оттуда только с дома. Так а с какой целью-то? Не знаю, людей, наверное, сбоку. Если честно, я в последнее время вообще я ни хрена не могу понять. Так уже третий день с одной и той же точки ведется, блядь, обстрел. Тогда что-то вот, ну, на Евдоху прилетело, там, к Сурику опять же, понял? Ага. Еще там куда-то. И... вот вчера сюда. Капец. Ну, представь, человек всю жизнь строил дом, а тут раз. Нет ни дома, ни человека. Так что, хиканы, живите одним днем. Не задумывайтесь ни о чем. И берегите себя. Ну да, да, да. Фух, ладно. Все, слава хиканам, пока. Компуктер, 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 компуктер.